Долго ждал? А ты? Привет. Не, только приехал, буквально 5 минут. А, понятно. Короче, поехали на чайку, разберемся по ходу съезда. Неудобно проезжать по такому узкому? Неудобно, капец. Малейшее отклонение, я цепляюсь рукоятками. Они широкие, ага. А он узкий. Ага. И на уровне перила, на уровне ручек. Ага. Ну что, вези дальше, поехали. Угу. Я эту дорогу не знаю, поэтому... Поехали. Поехали, поехали. Я тебе очень хотел показать. Вот обычный налобный фонарь. Вот он. Вот. Вот. Что я сделал? Вот. Я сейчас тебе покажу прям фишку. На камере все хорошо видно. А, ты снимаешь? Ну да. Короче, вот берешь. Вот так поставлю. Берешь вот такой штекер маленький, которым, с помощью которого заряжаешь ты. Эти вот аккумуляторы, которые находятся здесь внутри. Но он USB-шный. Вон, я смотрю на другом конце. Да, это я сделал так. Берешь USB Powerbank, точнее. Да. Вот. А, ну мы включаем. Вот такой свет. А если мы подключаем эту штуку, Powerbank? Ну давай с моего просто, у нас, чтобы он не падал. Держи. Свет автоматически включил. Стал ярче. Попробуй. Ну, наверное, если бы были бы батарейки севшие, это было бы заметнее. Сейчас не заметно. Не, вообще оно заметно даже так, когда на хороших батарейках. Свет ярче становится гораздо. Конечно, нет заметно. Ты не в ту дырку воткнул. Да? Такая... Ты уверен? Да елки-палки, что за... Ну-ка сейчас выткну. О, вот чуть потускнел. Вот сейчас чуть ярче стал. Да. Вот. Я вот его на лоб вставляю, пауэрбанк в карман и свечу. Все прекрасно видно. А главное, что емкость у пауэрбанка, если хорошая, то он, значит, будет светить очень долго. Вот о чем речь. Я понял, о чем. О чем речь? Только у меня вот альтернативный способ. У меня вот USB зарядка в наличии. Вот такая вот. Это правда тут шнур коротковатый. Допустим, вот одни батарейки заряженные светятся, в это время запасные можно также вот заряжать. Ага. Подключив таким вот. Слушай, хорошая штука на самом деле, ну. Вот. Там его подвигаем. Вот даже мы ходили пешком. Глянем. Ну, на ковришке там нету источников света. Mm-hmm. Хотя на ковришке есть строения кирпичные. Причем как над землей, так и под идет. Я единственный раз на ковришке в январе этого года был. Не видел же, как мы там на великах ездили по льду прямо на ковришке. А может, видел? Кто-то ездил. Короче, нас всего 43 человека поехало.
Вот, кстати говоря, вот я когда ночью на песчаный поехал, там, ну, днем-то, конечно, в ясную погоду город видно, как на ладони, с того берега. Но, правда, мне не было видно низководного моста. Там вообще очень едва проглядывался ковришка. А вот в темное время суток видно было и освещенный низководный мост, и даже частично Дифрис. Именно с того же песчаного. Неудивительно, там были. Бел повкуснее вещи. А ну-ка, если я сосиску отдам. Ну, вот, на сосиску смотри, он клюет. Еще. А вот сосиска ему понравилась. Ну вот засранец. Не помню, пожалуй, да?